Вот я пришел сюда, это уже рядом дома большие. Вот они уже довели до конца. Вот она, труба раскручивается. Никогда не надо, так далеко это от нас. Это вон только труба, где оказалась. Вода подходит уже. И веревочка, он замеряет, где у него там крутится зелененькая. Все обдумано. Это тракторист. Я с ними познакомился вот тут. Показать где. Это у меня уже 8-я будет. Счастье. Вот это здесь почти с меня ростом, 1,70 м почти. Вот они. Бульдозеристы. Они меня не прогоняют, ничего, улыбаются, здороваются. Знают, что я тут их свой уже. Так у них трубы у меня на дворе хранятся. А вон она где. Тут я не могу приближать. Руки в рукавицах нахожусь. Иначе. Вот так. Все закрывает. Цепь забираю. Мне они нравятся. Вот это мы подошли. Вот эти какие дома, тут они сюда, видимо, ведут. То ли улица Чехова называется или как. Вот. Я там гляжу, их нету. Они уже вот куда ушли. И все за собой зарывают, оставляют только гусек. Труба, видимо, оттуда, чтобы выходила. Я иду здесь. Вот она какой тут. Видно, что тут район особый. Ну вот считай, сколько тут этажей. Вот у кого кто может просчитать, просчитайте. Я приходил тут и лазил наверх, оттуда город снимал. Вот они здесь готовят и щепочку. На платформе привозят технику. Вот я иду сюда дальше. Ну холодно, сейчас аппарат застынет. Ага, ну дальше у них тут нету тут. Вот она у них с собой. Палатка большая. Вот какая труба идет. Вон куда идет. Туда к ним. Трактор где? Вот они тут, наверное, на ту сторону протягивают. Им надо уже через дорогу перейти. Вот эти дома. Ну, я-то тут прихожу. Вот они, дома какие. А вон та труба, она стоит. Но за трубой там дальше наш улица дом. Сама машина его где крутит. Thank you.
хорошо лежат. А вот тут другие дома. Сейчас там трубу большую, и мы там были. Ага, понятно. Ну, то ли сейчас расстояние, я сейчас посчитаю, какое расстояние тут. Вот, туда дойду. Ну, метров сколько? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ну вот я тут посчитал, это примерно 80 метров 90. Вот труба идет под низом. Он просверлил, точно иду сверху, замеряют они труба, где идет. Теперь зацепили эту трубу большую и тянут сюда. Вот она лежит, видно, запасная. 80 метров, это не игрушка. Это все под полом. Вот большие дома. Здесь подводят газ. По-другому никак. Ну, приятно смотреть, когда вот такая работа проделана. Это точно. Отваливали, знаете, вот он лежит, камень, знаете, здесь дорога. Вот он лопнул. Не просто так. Это сколько? Метров 80, наверное, тянет? Да. Я шагами тут замерил. Как молодцы. Смотреть на вас приятно, мужики. Такую работу делаете интересную.
Видишь, выдалась солнечная погода сегодня. Я не знаю, градусов 18, может и 20. Мне всегда нравится, когда люди работают. Мартин Лютер говорил, ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Вот я обратно иду. Ну, тут я выключу. Все. Об этом. А вот от этих выезжают у них здесь, наклонные, по ней съезжают от этих домов. Люди рады, что получили тут квартиры. Вот это на наших глазах ее строили. Дай Бог, чтобы люди жили чисто, свято, Бога не гневили. Вот у них тут как штуженная дорога, обратите внимание, 40 километров, ну, земляные работы идут. Вот откуда я иду. Я вплотную к ним подхожу, и они ничего не говорят никогда. Поздороваются, улыбаются. Вот как Господь делает. Не каждый это дело видел. Вот сегодня у нас 3 декабря 2019 года, вторник. Вот они здесь. Я шагами замерил, говорю, ну, наверное, 1,80 м, они заулыбались. Выходит, так угадал. Вот это куда они запустили, дальше уже пошло у них. Вот сейчас через дорогу идет. Ну и так они по 80 метров под землей. Представь, сколько копать земли надо было бы. О-о-о. А если вручную? Ну, это вот соседние районы. Все на этом. Слава Богу.